Света, я дома. Максим, 22 года, в отношениях 6 лет. Привет, ты кушать будешь? Света, 20 лет, девушка Максима. Да, давай. Максим, а почему у нас все время так воняет в квартире? Не знаю. Ситуация патовая, ведь Света не догадывается, что это все из-за Максима. Максим, идем кушать. Света поняла, что вонь в квартире из-за Максима, и начался скандал, после чего Максим ушел из квартиры. Привет, Макс, а чего у тебя уже случилось? Миша, 21 год, приятель Максима. Да блин, Света моя заколебала, даже пукнуть в собственной квартире нельзя. Слушай, а ты подумай, может проблема только в тебе? Максим задумался и пошел мириться со Светой. Света, прости меня, я был неправ. На следующий день они проснулись от приятного запаха и позвали в гости своих друзей. Дела семейные. Ежедневно делая по одному броску в кольцо, в один из дней ты обязательно попадешь. И речь тут совсем не о баскетболе. Макс! Макс! Чего? Ты что, спишь? Привет. Слушай, погнали шавухи поедим. А ты что, есть хочешь? Привет. Привет. Макс, ты в туалете? Да. А что ты там делаешь? Привет. Здорово. Привет, ты что, руку сломал? Привет. 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 Привет, проходи. Знакомься, Артём, Максим. Привет. Привет. Ну вы пока общайтесь, знакомьтесь, а я пойду чай сделаю. А ты где работаешь? Сейчас иду. Так, а где мой телефон? Не, ну не мог же он просто взять и испариться. Алло, Свет, слушай, я у тебя там не оставлял телефон? Нет. Блин, ладно, пока. Делаешь? Мам, я ищу свой телефон. Ты что, больной? Он же у тебя... Не мешай, лучше набери на мой номер. Ладненько. Алло? Алло. Ну, чего звонишь-то? Привет, Андрей. Свет, ты что плачешь? Это же не по-настоящему все. Боль, пожалуйста. Катька уходил, больше не вернется. Алло. Да не плачу, это просто слезы текут по моим щекам. Просто... Свет, у нас есть что поесть? Да, курица с ананасами, паста болоньезе, мясная запеканка, что будешь? О, давай пасту. Белиссимо. Света, где мои штаны? В шкафу на верхней полке. Да нет их здесь! Ну, найди. А это что? Как их искать можно? Блядь, где мои штаны? Похуй. А
ты куда собираешься? А мы с друзьями дом сняли, идем сейчас тусить. А, ну аккуратней там, смотрите, сильно не напивайте. Сынок, а ты что, куришь? Да ладно, кто в этом возрасте не пробовал-то? Мам, моя Евдокия залетела. Вам же всего лишь по 15, это хоть по любви было? Ну да. А, так пока живота нет, быстренько свадебку сыграем и все. Максим, почему кровать не заправлена? Да что ты на выродок такой попался? Игорь, звони в детдом. Мам, можешь мне помочь там? Не трогай меня. Окей. В лунном свете ты раздета, мы не дети. Сынок, пошли мне поможешь. Не трогай меня. Ты как с матерью разговариваешь, щенок? Ой, у меня на работе завал жуткий. Не знаю, как справиться со всем. Мам, да не переживай ты, все получится у тебя. Мам, я с девушкой расстался, не знаю, что сейчас делать. Ты посуду помыл? Сука, ты можешь не хрустеть! Мам, так это же огурец, он сам по себе хрустит. Поумничай мне еще здесь! Мам, можешь потише? Будет свой дом, будешь там права качать. А сейчас слушай с удовольствием. Сынок, ты будешь сэндвич с беконом? Да, мам, сделай два, плиз. Окей. Максим, ты бутерброд с майонезом будешь? Да. Так чего сидишь, иди делай. Срочные новости. 42-летний мужчина пытался ограбить ювелирный магазин и через 3 минуты был задержан сотрудниками полиции. И у нас срочные новости. Житель Омска решил продать кота-целителя за 3 миллиона рублей. Свет, смотри, там твой кумир идет. И что, я его каждый день по 100 раз вижу. Свет, смотри, самолет! Сегодня стало официально известно, что каникулы продлили еще на один месяц, и теперь все школьники и студенты приступают к учебе 1 октября. Да! Не поняла, что здесь происходит. На учебу только 1 октября! Класс! Вставай! Чё? Вставай! Чё смотришь? Вставай на учёбу! 3 месяца провалялся, пора и учиться, бездарь!